Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Сделаю отдельное видео про мелкоплодную землянику и про другие сорта, гибриды крупноплодной клубники. Вот это у нас белоплодная земляничка. Эти кустики были самые большие. Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, самые крупные. Они уже активно начали цвести. И цветут они почему-то именно с боков. Выходят у них вот эти вот цветоносы. И они цветут. Первые ягодки уже начали завязываться. Покажу, какая она. Это у нас белоснежка. Такая вот у нее ягодка. С ананасным вроде как должна быть вкусом. И здесь есть ягодка. Здесь вот видите цветонос, здесь вот ягодка. Ну, в общем, так она хорошо начала цвести. И другая у нас прошла уже лесная сказка, барон Саленмахер. И как можете заметить, все кустики практически подровнялись. Ссылку на видео о посадке я оставлю в описании. Или, может, в качестве подсказки. Были вот эти кустики совершенно маленькие. Но теперь они, видите, они догнали те вот большие кусты и стали вот практически вровень с ними. Также они начали цвести. Ну и цветоносы в основном именно с боков почему тут у них идут. По мере роста кустика и увеличивается количество вот этих самых цветоносов. Конечно, у кровном очень хорошо. То, что ягода не будет мараться. Ну, каждый вот кустике есть цветение. На следующий год я, конечно, столько не буду садить мелкоплодные. Может быть, какую-то куплю семена крупные, прям мелкоплодные. Но такую больше садить не буду, потому что у нас и так есть практически, наверное, три грядки. И вот это буйство такое мелкоплодки, я думаю, что этого даже будет достаточно. Еще у нас целых два месяца она активно будет, надеюсь, плодоносить. И уже в июле, наверное, в середине, наконец-то мы попробуем, что это за вот эта вот земляничка с ананасным таким вкусом. Белоплодная. Очень интересно, конечно. Ну, посмотрим. Немного ее ели блохи. Пришлось обработать фитовермом. И сейчас бы как бы их поменьше стало. Вроде бы даже не едят ее. А так вот эти все листочки верхние были в дырках. Блохи ее прям любят. Такую пышную земляничку. Ну и покажу другие кустики. Это у нас крупноплодная клубника. Здесь вот эти две, это скорее всего иришки. Вот они тоже, видите, они такие вот пышных кустика два. И вся иришка в целом. Здесь также у нас есть сладкоежка. Вот эти, наверное, кустиков 4 или 5. Это у нас сладкоежка. А вот эти покрупнее, это, скорее всего, иришка. Они прям похожи на ту клубничку. Тоже они некоторые начали цвести, некоторые пошли в усение. Здесь у нас клубничка Женева. Три кустика ее всего взошло. Вот два, видите, таких хорошеньких, а один совсем такой плохенький. Но уже у нее пошли усы. Некоторые усики также мы вот укореняем. Опять же таки вот этот следующий усик убираем. Чтобы у нас был один крепкий, хороший вот усик. Здесь уже начал он тоже укореняться. Здесь у нас были муравьи. Пришлось этих муравьев отсюда выгнать. Немножко поменять грунт. Ну и затем, конечно, надо будет это все прикрыть опять укрывным. Здесь у нас пошла сладкоежка. Вот эти вот 6 кустиков. Она была посажена немножко попозже, поэтому, ну, она вот, видите, поменьше скачет. Здесь у нас кошечка наша. Здесь у нас 3 кустика
1, 2, 3 со своих семян искушения. Пока здесь ничего не цветет, но кустики так тоже потихоньку разрастаются. А здесь вот 6 кустиков. Вот эти вот. Это у нас алый огонек и вкус детства. Уже они перемешались, поэтому не помню, где кто. Здесь вот может быть тоже один кустик. Это, скорее всего, или алый огонек, или вкус детства. Ну, тоже они, смотрите, они цветут. Ягодки у них пока не такие крупные, как у иришки. Более они как-то немножко помельче. Тоже вот там есть еще новые цветоносы. Здесь вот тоже, вот видите, новый цветонос. Ну, немножко помельче ягодка. Не такая она крупная, как у иришка. Ну, посмотрим, какая будет. Видите, какая-то не очень крупная, какая-то совсем. Может, потом она разрастется. Не знаю, посмотрим. Пока лучше всех это иришка. Остальные пока немножко в отстающих. Но посмотрим, как будут они у нас развиваться, какое у нас будет лето. От этого, конечно, многое зависит. Подкормили один раз всю клубнику зеленым удобрением. 1 литр зеленого удобрения на 10 литров воды. И проливаем кустики. Практически больше пока никакого удобрения, никаких подкормок не делали. Ну а всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости, и пока-пока. До новых встреч!